Нехватку оружия, патронов. Очень, если здесь вот эти квик-тайм-ивенты постоянно, чтобы это было трудно нажать все. Чтобы это надо было очень быстро нажимать. Блин. Лялька, привет, как дела? Привет, Серберс, хорошо. Новую игру играю. Отлично все. Сэр Галашин, мы обнаружили к востоку от вас орудие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. А вдруг у него бошки? Что? Спокойной ночи, Конигсберг. Сэр Галашин, к вам приближается повстанца. Так ко мне все время приближается повстанец. Сербис, что ты посреди ночи-то пришел? Весь день тебя не было, тут пришел ночью. Неожиданно. Спокушки, давай, Дикер, спокойной ночи. Мне, как всегда, не спится. Не, ну я поспала. Час, не, два, наверное. После первого стрима. Я поэтому сейчас так поздно играю. Боже, с ружьем. Сделать соку, чтобы сыграть в игру на халяву. Чтобы кто сыграл в игру на халяву? Ты? Это шутан. Да мы видим, что это шутан. Ой, я хочу убежать. Глупый такой рядом с бочкой сидел. Посмотри сообщение. Хорошо. В гире патронов тоже всегда море. Ну блин, там игра длиннее, там есть мультиплеер. И она на момент выхода у нее всегда, ну, один из самых лучших графонов. То есть я думаю, что графон будет фантастический в новом Gears of War. То есть будет примерно то же самое. Только ё! Вот это меня прибили. Почему за пули дымок идет? Не знаю. Как игруха. Красивая, но не хватает разнообразия в геймплее и вообще больше заставок, чем геймплея. Хочется больше играть, больше быть включенным в игру. Я считаю, что на нормале в эту игру вообще нельзя играть никому никуда в жизнь. Иначе пройдешь. Вообще, ребят, никому не советую играть на нормале в игру. Сейчас и так все, блин, упрощают. Все время делают какие-то упрощения. То, блин, ты можешь смотреть сквозь стены. В том же самом Last of Us, блин. Типа слух, ты смотришь сквозь стены. То есть, блин, в этом. Господи, Metal Gear Solid. Я тоже какую-то функцию отключала. Я все время перед тем, как начинать в игру, блядь, отключаю кучу каких-то подсказок. Сколько можно? Я не понимаю, на кого это рассчитано. На. Ну, мы вообще поиграть тут собрались или, блин. Я не знаю. Как можно настолько все всегда упрощать? Так что никогда не стоит, я считаю. Если хочется, чтобы было интересно. Нужно играть на трудном. Но если ты игру проходишь для того, чтобы просто пройти для галочки, то, конечно,
мучить себя не стоит, потому что есть такие игры, в которые, ну вот, например, Infamous First Light, да? Я просто не хотела в нее играть, но хотела выбить платину. А для платины там не надо было играть на трудном. Я просто взяла ее и прошла на легкую, пофиг. Иди спи. Урочек, ты мне что ли? Можно сыграть, плиз, чуть-чуть, но не сейчас же. Тебе завтра на работу. Ой, такие все, блин, заботливые. Да, для козывальщиков. Нет, я опять не успела. Нет, 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 нет. Если он еще раз это сделает. Солдаты королевской армии уже на подходе, они обеспечат защиту. Получай яйцо. Правда, я одного не убила. Сразу заставка начала. Вау! Что это за оружие? Вау! Вот оружие здесь вообще крутое. Офигенно просто. Классное, классное оружие. Всем сотрудникам, не приближайтесь к восточной оконечности. Мы наблюдаем... Класс. Бесконечные патроны. Как такое может быть? Значит, орден не для меня, скучно. Ну, за 4000 я тебе точно не советую брать. Если ты до сих пор не купил за 2600, тогда все. Ее брать не стоит. Посмотреть прохождение и все. Она не скучная, вообще не скучная. Я не говорю, что сама себя чуть не убью, что она скучная. Она очень даже насыщенная. Она вообще не скучная. Просто здесь кинца больше. Ладно, я думаю, мы сейчас с вами этот момент проходим и все. И сохраняемся. Что-то мне не стреляет. Как успехи в прохождении, Кирилл? Как видишь, все очень даже замечательно. Забей на работу, игра. Не, я продолжу завтра. Я хочу ее растянуть немного. В том числе. Поэтому я, конечно, продолжу завтра. Офигенный момент сейчас. Просто супер момент. Я не хочу проходить ее за один день. Но сфера передана. Нет, Вова, я с тобой не согласна. Атмосфера не передана на 100%. А, достижения, да. Блин, тут дают золотые, просто раздают золотые достижения, золотые трофеи. И золотые, серебряные все. Знаете, вот, если хотите трофеев, прокачать свой левел, вот это, конечно, игра, просто очень легко выбивать вот эти золотые, серебряные трофеи. Кстати, еще в Infamous First Light почти все достижения золотые, серебряные. Тоже очень легкая платина. Кого нет, качайте, проходите, все очень просто. Немножко нудная платина, но красная. Вообще классный момент. Ай-ай-ай. Сейчас я передохну. Казуалов больше, чем хардкорных. Я их не уважаю. Ну да, нельзя просто так взять. Это ты правильно сейчас сказанул. Школа учит. Нифига, работа не убивает. Работа — это наши бабки. Я хотя бы на работу хожу, я знаю, что я за это что-то получу. А школа и колледж у меня просто... Ну, школа еще ладно, но колледж просто мимо прошел. Я просто деньги за него отдала и все. Что вы делаете? Придите в себя, возвращайтесь во дворец. А у друга сейчас 2-3 зрителя.
Ну а кто посреди ночи будет смотреть? Такого... Это у меня тут компания собралась. Где она? Блин, а сервер... Миш, поздно очень. Я сейчас доигрываю из спадки. Ты чё? Мне пофиг на трофеи. Вот такие тоже бывают. А мне нет. Как игра? Алекс, привет. Клёвая, очень такая. Очень красивая, очень хорошая игра, которая не стоит, конечно, своих денег, но она мне очень нравится. Эй, эй, эй. Да стой! Получил. Ляля, ты донатишь? Это не я доначу, это мне донатят. Почему я доначу? Меня ребята поддержали, мне очень приятно. Помогают мне покупать игры. Так что, Миша, оказывается, есть добрые люди. Завтра можно будет сыграть. Слушай, я завтра до 7 работаю, я приду и думаю, что мы с тобой об этом поговорим. Очень хочется. Спокойной ночи, Люся, приятных снов. Спокойной ночи, спасибо. Я тоже уже пойду, 2 часа ночи. Сейчас у меня сохранится игра. Всем пока, пока. Я просто играю. Подожди. А, это не у тебя 200 платин. Что вызывается? Есть у меня такой знакомый, у которого 200 платин. Просто когда достижения выбиваешь, ты еще и игру лучше узнаешь. А много денег получаешь. Миша, если тебе что-то интересно, у меня все на моем канале. Я в открытую всех поблагодарила и пишу, кто мне скинул. Так что там все написано. Чао. Да, пока, пока, ребятки. Что пытаетесь утопить? До 7 вечера. Ничего. Меня я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне неинтересно. Я очень не люблю угрозы. А почему я не говорю, Миш? На... Я же все написала. Как угодно. Могу сказать, если ты... Какая враждебность. Не видишь, могу тебе сказать вслух. Похоже, вам пригодится вот это. Такие долгие заставки, это невозможно. Я уже хотела чуть закончить. Откуда она? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре, Мечегаро. Дэвид. Если вам так спокойно, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего с глазу на глаз. Сейчас они будут говорить, да, еще полчаса? Я просто не видела значка сохранения. Я не знаю, сохранилось или нет. Не хочу еще раз это делать. Ой. Ладно, расслаблюсь и досмотрю все-таки. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Займись делами в Блэквилле. О, спокойной ночи, я тоже сейчас пойду. Пока. Вы хотите отомстить за своего друга Мелори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин.
Даже Миша, я от тебя другой фразы не ожидала.